Здравствуйте, вы у нас впервые или уже бывали? Здравствуйте, это уже для нас второй раз. Первый раз был фильм «Либерея», и вот сейчас пришли сразу же на «Красную шапочку», чтобы посмотреть фильм. Так как вы к нам уже приходите, уже наш гость постоянный, можно сказать, что вам нравится в наших кинопоказах? Это то, что посещают мероприятия создатели самих фильмов, то, что можно с ними пообщаться. Так как наш был первый раз, это фильм «Либерея», у меня была возможность именно с создателями фильма побывать на сцене и пообщаться со зрителями над работой, о работе над фильмом. В этот раз уже сами, как зрители, хотим пообщаться с создателями картины, задать вопросы, потому что это мероприятие позволяет приобщиться к культуре кино, поближе познакомиться, естественно, с актерами, режиссерами, там, продюсерами. И еще у меня есть такая возможность привести с собой детей, которые также могут пообщаться и взять для нашей... У нас есть школьная передача «Бесконечные новости». И дети берут тоже интервью, узнают для себя что-то новое. Актеры и продюсеры, и режиссеры рассказывают о своей деятельности, о своих мечтах и дают пожелания творческие вот нашей команде «Морганфильм» и «Бесконечные новости». Спасибо большое, ждем в следующий раз снова. Вам спасибо большое.